Главы трех ключевых министерств Турции – внутренних дел Муамер Гюлер, экономики Зафер Чаглаян и окружающей среды Эрдоган Байрактар – подали в среду в отставку по обвинениям в коррупции. Последний из трех призвал последовать своему примеру и главу правительства Реджепа Таипа Эрдогана. Тот, тем не менее, заявил, что расследование инсценировано врагами его страны и, по сути, является грязной операцией, направленной против правительства. Причина, по которой наша партия была успешна, по которой мы взяли руль и не выпускали его в течение 11 лет, состоит в том, что мы продемонстрировали свою честность, свое посвящение стране, свою готовность сражаться с коррупцией. Партия справедливости и развития не потерпит никакую коррупцию в своих рядах, а иначе партия потеряла бы смысл своего существования. Сыновья трех ушедших в отставку министров были задержаны по обвинению в коррупции в середине декабря. Речь идет о крупных махинациях по отмыванию денег и контрабанде золота. Премьер Эрдоган уже начал чистку в рядах полиции, осмелившейся начать расследование против высокопоставленных чиновников. 400 офицеров, в том числе из управления по борьбе с финансовыми преступлениями, были отстранены от исполнения своих обязанностей.